На улице Стасова сбили пешехода. ДТП произошло сегодня в первой половине дня. Женщина 66-го года рождения находилась на краю проезжей части, пытаясь перейти дорогу. Вместе с потоком машин двигалась и велосипедистка. В итоге она избила пешехода. Самое интересное, что в этом ДТП пешеход не пострадал. А вот женщина 59-го года рождения, которая управляла двухколесным транспортным средством, уехала в БСП. Очевидцы говорят, что аварии можно было бы избежать, если бы этот участок дороги был правильно оборудован. Машина ехала, она, видно, хотела, чтобы машина-то ее... Здесь необходимо делать тротуар. Люди научились, нам негде ходить. Тротуар здесь. Только для машин узкой дороги тротуар для людей нет. А здесь рынок. Об этом проблемном участке мы рассказывали. Социальных объектов вблизи улицы Стасова немало. С южной и северной стороны находятся два детских сада. Рядом школа и рынок. Заселены новостройки. Поток людей, так же, как и машин, большой. Но если для автомобилистов асфальт новый положили, то для пешеходов тротуар так и не сделали, ссылаясь на отсутствие его в проекте. Кроме того, до сегодняшнего происшествия ДТП с участием пешеходов здесь якобы не фиксировали, поэтому участок считается неаварийным. Тем не менее, в следующем году чиновники пообещали рассмотреть возможность проектировать дорожку для пешеходов на улице Стасова.